think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну чё, на английском. Прошло обновление, решил попробовать затащить 300 тысяч самоцветов, вытащить Берса у себя. Вот такое чувство, что мы сейчас спустим, наверное, все 300 и не вытащим. Не знаю, что-то такое чувство есть. Вы знаете, что я перестал, как раньше, донить в битву замков. Почему, думаю, тоже многие знают. Игра, ну, скажем так, не оправдывает себя давным-давно. И эти вот обновления тоже ни о чем, просто по два героя, которые нафиг не нужны, но опять же, они нужны чисто для прокачки. Силы героев. В общем, поехали, попробуем. 300к у нас есть. Если нет, будем точно так же, как и этого, ждать, потихоньку собирать. Потом, может, заберем его. Особо, знаете, гнаться за этим, в принципе, не стоит. Профессор Риббит. Герой классный для бездоната. На бездонате, реально, я хотел бы его у себя на бездонатных аккаунтах. Особенно на мелких. Нифига себе, Фрея Ниндзя. Потому что он чисто классный для фарма. Когда у вас нету Минотавра фармить, таким героем просто в кайф фармить. Его прокачал, выпустил. И вообще изи будет. Золото и мана. Их надо дофига, не всегда. Землеройка, ничего себе. Не всегда. Так, итого уже 30к, Санта-Бум. 30к у нас уже улетело. Самый дорогой, по-моему, у меня герой, это был, по-моему, где-то около ляма мы потратили. Пару заходов. Я уже даже не помню. Надо будет пересмотреть как-то роллинги старые. Но леги падают довольно-таки неплохо. Матрона с прошлого обновления. Ну, смотрите, за фактически 40к матрона выпала. Ну, мы ее достали. В прошлый раз, я не помню, по-моему, за 100 с чем-то. Так, поехали, попробуем этого достать героя. Можно было, кстати, пыльцу не тратить. Сейчас, по идее, обновят остров. Можно было бы намного дешевле собрать. Оу, ничего себе. Троечка. Тройничок. Землеройка, Crystal Rise. Последнего я уже даже забыл, как его зовут. Ну, вы поняли, короче. Героя донатного. Я не знаю, что насчет нового героя. На этом, на немке добавили, кстати, сундучки. Bond Warrior. С новым героем. То есть его можно... Они вернулись к своему, скажем так, любимому делу. Донатные сундуки. Ну, а если они добавят остров, то, в принципе... Нету толку от этих сундуков никакого. Бестимер. Так, Атлант. Трикси. Блин, леги падают, но падает не то, что нам надо. Химок дофига уже, кстати, выпало. Икси. Ну, давай, давай. Оккультист. Рейка еще одна и бочка. Да, герои хорошие падают. Но не то, что нам надо. Свален еще один. Надо было начать так. Не выбью, солью аккаунт.
Так, смаловало Дрейк. Череп, нифига себе, череп нам упал, ребят, за 100к. Когда-то мы на него сколько, 400 слили. Нет, так и нету. Вторая, это уже, кстати, вторая, это Матрона, Паладин. Еще одна Матрона, нифига себе. Я все понимаю, что прошлое обновление нам идет. Вы давайте мне этого героя. Я же говорю, такое чувство, что мы сейчас просто сольем 300 камней, никуда и мы его без серкера не вытащим. Да и в принципе, по сути, ни на что. Самоцветы сливают только на созвездие. Больше их некуда девать, по сути. Потому что все герои, третий свален, давным-давно уже покупаются. Так, Гринфилд, ну, рандомчик, давай. Гаргул. Лазуля, нифига себе. Еще осталось космонам для полного, знаете, пакета такого топовых героев вытащить. Desk Knight. Давайте. Ничего себе. Ice Lady. Видите, по 150 тоже лиги проскакивают иногда. Так, 150 почти. Пикси, Орк, Гринфилд, Бугимен, Купидон. Все, что хочешь, падает. Фара. Тун-тун-тун-тун-тун. Капитан Дрейк, Валентина, еще одна Фрея, третья Фрея, этих Фрей уже столько, блин. Айс Леди вторая, нифига себе. Круто, конечно, падают герои, которых валом просто. Так. Ну, рандомчик, Гарпия. Вообще просто. Просто тупо не падает. Тандергот. 170к, ребят. 170к. Паладин. Дракула. Фобушка. Блин, ну, герои, конечно, сыпят. Космо есть. Нифига себе. Профессор Риббит. Влад Дракула. Сердцеедка. Да, это тоже будет такое, знаете, 200к. Мы последнее время все до 200 вытаскивали. Всех героев. Медузка. Санта Бум. Так, что-то я не видел, кому он там. Не его.
Сасквач. 200к, ребят. 200к. Влепили лайк. Теперь пятка и поехали дальше. Последняя соточка. Еще один космо. Нормальный размен начался. 200к и... Пожалуйста, вуаля, вот так вот можете меня поздравить. 200 тысяч, 205 даже, наверное, на нового героя у нас улетело. Довольно-таки нехило. 200к. Ну, это... Считайте, если считать по пакам, это 10 будет. Ну, не 10. 8 больших паков. Дофига. Так, у нас есть честы. Честы, флиппинг... У нас все, кстати, сегодня за найм. Нету сегодня никаких акций на трату, кстати. А можем вот так вот просто поменять, плюхи позабираем сейчас. Это называется, знаете, выбил берсеркера. И получил дополнительно бонус. Сейчас посмотрим, какой у нас бонус будет сегодня. Так, еще плюхи. Сейчас мы наберем с вами плюх тут нормально. Так, итого только чик. Ну, такое себе. Часть плюк, конечно, мы с этого получили. Но вытащили седнушку. Бонус. Это мега бонус. Конечно, плюхи ни о чем, честно говоря. Но все же. Так, ну что, можете меня поздравить с новой легой на аккаунте. У нас осталось теперь две. Нам надо собрать донатных. Два донатных героя не хватает. Ну, будем ждать пыльцу. В принципе, спешить особо некуда, я уже говорил. Берсеркера мы получили. Сейчас я поставлю его на прокачку. Такой вот роллинг. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите обзорчиков. Всем удачи, всем пока.